Еще одним выступающим за европейскую сборную, это нам представляет фрагменты Евроспорт России Дмитрий Терехов и заслуженный тренер России Владимир Воробьев. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, мы сейчас смотрим, и они оправдывают свою победу над Блащиком Овчарова. Ну, может быть, сказать, одна из решающих была встреч. Во встрече поляков с немцами, кто же получил гражданство Хорватии. И сейчас играет. Наблюдали полуфинальный поединок сборной Германии. Немцы выиграли очень уверенно у команды Польши со счетом 3-0. А вот у хорватов была... В команде в основном силы еще есть, потому что ему... Но вот поддержат ли его молодые его товарищи? Тошич. Они будут между собой бороться. Наверное, это тоже одна из центральных встреч будет. Но я не думаю, что лучший вариант выбрал... А вчера пробиться в финал не сумели, и либо здесь, знаю, этот пак тоже обращает на себя внимание. Школа это направлена на взрыв, на выигрыш очка первым-вторым ходом. Но вот сейчас видите, когда разыгрывается мяч, более, ну, вариативнее. Но, конечно, таланта у него хватает. Европейцу сложно, или там менталитет у нас другой европейский. Наверное, меньше тренируются, но они более, ну, оригинально. Или азиатскую какую-то страну. И им приходится перестраивать. Они... Танк хорват теперь. Они вот видите, очень... Овчаров выиграл в Бундеслиге у Танрюеву со счетом 3-1. Но китайский хорват взял реванш у него 2. Хорватский китаец только может бомбы играли бы, складывалась борьба. А здесь вся команда болеет. Да, ну, мы посмотрите. Напомним, что на Олимпиаде в 2008 году в Пекине впервые... Будут представлять уже на Олимпиаде. Будем говорить, посмотрим, что дальше будет. Но немножко многовато играет китайский спортсмен справа. Поэтому дает маркировки мяча определить. А неплохую подачу с нижним вращением применить. Вот. Третий по счету партии. Принять китайский спортсмен. И Дима все время в атаке. Надо чуть-чуть, наверное, поточнее сыграть. И, может быть, все-таки, я думаю, побольше влево. Побольше влево. И смотрите, ноги, это опять же говорит о ногах, только справа. Ну, вот там легкое начало, это даже легкое. А потом все справа. Очка он не отдаст, это точно. Вот это вот. Но очень будет подавать. И потом это, видите, вот серьезно с Блащиком выиграл, и поэтому заслуживает. Так того у сборной Германии вообще никого не осталось. Нет. Ну и закончу свою мысль, скажу, что хорваты тогда в 2002. Китайскому спортсмену будет наиграй или великолепный ветеран приморец, кто выиграет? С таким счетом в решающем сете проиграли 3 раза поляки. Очень быстро хочет завершить розыгрыш. А он уже в средней зоне. Быстрота тут уже не нужна совершенно. Ну, Дима зря, конечно. Одиночным топ-спином хотел выиграть этот розыгрыш. Да. Сильный. Вот он. Вот с ним, и тогда будет победа. Опять. Вот, видите, как вы при приеме. Но длинно помух первый ход, и тогда, наверное, будет еще больше будет преимущество у него. Вот. Мысль такая, я же выиграю. Опять одно и то же подает. И опять атака сразу. Кстати, Овчаров, его папа в интервью перед началом этого чемпионата Европы говорил, естественно, и... тренером личным своего сына, говорил о том, что цель основная стоит про... Ну, не только поставили, его ставили сыграть 2 встречи, это, ну, это вера. Россия здесь заняла 9-е место, сегодня в матче с командой Голландии счет был зафиксирован 3-0 в нашу пользу. Выступала МОР 3-1 Игорь Рубцов, Мерина де Брюина. Смен, опять подачи, не справляется. Подачи, и тогда преимущество будет на стороне китайского спортсмена. Ну, как бы вы были не готовы бы морально переиграть, но если вы медленнее бегаете, подачу опять, вот. Но все равно даже с этой тоже не справляется. Ну, молодец. Главная звезда фоторепортажей. Вот видите, как высоко. Очень высоко, очень нравится. Вот опять топс, боится приема и довольно-таки длинно отдает. Смотрите.
Ну, длинноват. Меняет, но не может справиться. Ну, начал, посмотри. 11-4 будет, но такое ощущение, что немножко длинную быструю подачу. Он и подал опять длинную. Видите, какая. Очень сложная подача. Молодец. Бороться с азиатами. Совсем скоро хороший толчок для успешного выступления на этом чемпионате мира, если они выиграют золото. Да я думаю, своей подачи. Ну, Тян сыграл великолепно. А теперь Дима. Молодец, переиграют в стабильности. Но вот Дима стал короче играть. Да. Но опять вот это сейчас все решится на подачу. Но да. Я говорю, точнее второй ход. Ну вот посложнее стал на приеме подачи. Вот и все. Вот опять сборная наша играла суперсовременно. Решили подачи Димины, и более сложно он стал. Ничего пропускного нету. Давайте смотреть за концовкой этого поединка. 4, посмотрите, счета. Как бы каждый из игроков... Кто проигрывает, ему кажется, уже слишком много он проигрывает. Но это у каждого своя психология. Вот рука еще. Если будет 3-0, тогда и ничего не будет с рукой, потому что освободиться. Обсуждали с Владимиром Александровичем о том, что говорили о том, что Христиана Зуса поставили на третий номер, чтобы он дал гарантированные очки, как и 2 очка Тима Бола. А тут Дима дает неплановые очки, как и с поляками вчера.